Котятки мои, всем доброе утро. Начинаем новый влог. Я тут с утра уже бегаю в поисках ненужного, чтобы выкинуть. Решила показать вам пустые баночки. Именно все бытовая химия. В отдельную рубрику выносить это не буду, потому что не раз уже вам показывала. Так, из Fix Price средства гель для стирки. Окс, 1,5 литра, стоил он 99 рублей. Это для цветного белья. И тут у меня еще вот такой был. Так, тоже для цветного. Для цветного и белого. Тоже 99 рублей. Видела как-то в одном фикс-прайсе по 149 рублей. В обзоре видела. У себя не находила. Средства мне эти очень нравятся. И если у нас в фиксе они появятся по 149 рублей, то я обязательно их приобрету. Отлично работают. Дальше. Также из фикс-прайс. Средство для ванн от Homestar. Неплохое средство, но если выбирать между Homestar и вот этим вот Чистином, универсал, санитарно-гигиеническое средство, содержит активный хлор, то я обязательно выберу Чистин. У меня дома в запасе еще есть две баночки, так что, девчонки, вот именно Чистин я вам от души рекомендую. Ну вот кто-то хвалит Homestar, я от него, если честно, не в восторге. Так, дальше, также из Fix Price усилитель стирки для цветного белья от Luma. Не помню, сколько стоил, просто отличнейшее средство. Добавляла его и для белого белья. У меня, кстати, еще остался такой же усилитель, только для белого белья. Вот он мне понравился меньше. Для цветного мне понравился больше. Фикси теперь его тоже не вижу. Если увижу, обязательно пару бутылочек прикуплю. Так, следующее средство. Это для стирки цветных тканей. Liberhaus. Так, здесь объем, по-моему, литр. Покупала в магазине Пятерочка. Ну, знаете, такое посредственное. Не могу сказать, что хорошо отстирывает. Больше стирала им черное белье. Если цветное, то добавляла усилитель стирки. Для себя я это средство не повторю. И полное разочарование. Покупала в фикс прайсе пятновыводитель Брил с активным кислородом. Вообще не работает от слова совсем. Так что, девчонки, Биал, точнее, если увидите, не покупайте. Ничего хорошего нет. Ну все. На сегодня план по выкидыванию чего-то ненужного я выполнила. Ребята, я сейчас в автосервис собралась. Поеду, наконец-то, менять я свою фару. ПТФ-ку. Когда я говорю ПТФ-ку, все говорят, что это такое. Это противотуманная фара. У меня даже мужчины, которые долго ездят на машинах, говорят: Лен, что это за слово такое ПТФ? У нас, говорит у водителя, это так, противотуманка. Ну, в общем, поеду сейчас менять противотуманку. Я вчера уже заезжала в этот автосервис. Они говорят, приезжайте завтра в 10 утра. Вот поэтому я сейчас поеду. Быстренько. Ну, надеюсь, быстро поменяют. Сказали, снимем, вас отпустим, потом опять вернетесь. У нас дождь на улице начался. Так, вот она, моя разбитая фара на машине. И хочу вам еще показать, когда был град. Я в Дзене показывала. Посмотрите, как полировочку мне, красочку побил. На крыше тоже такие вмятинки. Так их не видно, но если вот на уровне глаз, ну, наверное, вам не видно будет. В общем, на крыше у меня тоже есть вмятинки. В общем, вот такая вот ситуация. А еще у нас тут было, сказали, приедет грейдер, будет вот эту вот территорию всю убирать. И объявление повешали только с одной стороны подъезда. У нас двухподъездные, ну, проходные подъезды. Только с той стороны вот повешали, а с этой нет. Я обычно отсюда захожу. Просили убрать машину. Я свою машину не убрала. Еще одна девушка не убрала. Она не видела этого объявления. И посмотрите, от грейдера вот так вот как чистили. И вот такая вот фигня. В общем, попортили нам лакокрасочное покрытие. Пипец просто. Вообще вот так вот управляющая компания работает. Они такие: ну, мы что-то не подумали на вторую сторону повешать. Ну, и вот у нас девочка, в общем, машинки вот так вот попортились. Не люблю ездить в дождь. Вообще не люблю такую погоду, когда ты за рулем. Но ехать нужно. Так, по поводу новостей от судебных приставов. В общем, мне блокировку счетов сняли, но денежки пока не вернули. А еще, с субботы на воскресенье нас затопили соседи 7-го этажа. Я сразу-то это не заметила, а утром сын говорит: мама, иди посмотри, что у нас в туалете и в ванной комнате. Затоплен был весь потолок. Я, конечно, побежала к соседям. Они мне открыли дверь с такими глазами: у нас все сухо. Сняли панель, у них там панелями в туалете ремонт сделан. Сняли панель. Реально все сухо. В понедельник я утром с управляющей компанией вызвала сантехника. Пришел сантехник и говорит:
Ой, ну что вы, дамочка, так переживаете? У вас все равно типа нет ремонта в туалете. Я говорю, так если у меня нет ремонта, меня что, теперь можно постоянно заливать и жить спокойно всем? Ну, ничего не сделаешь, сейчас же не течет. Я говорю, ну сейчас же, конечно, не течет. Я говорю, а что мне делать? Он поднялся к соседям, конечно, их уже не было, они были на работе. И говорит мне, ну, соседей нет, посмотреть у них ничего не могу. Самое интересное, у нас управляющая компания работает с понедельника по пятницу до 5 часов вечера, суббота-воскресенье у них выходной. Я им говорю, так а как попасть к соседям, если вы так работаете? Люди-то тоже работают, они же не будут ради вас отпрашиваться с работы, тем более нет точного времени, что вот сантехник сказал, я приду в 2 часа и перейдет. Он, да ладно, что, не переживайте, все нормально. В общем, сантехник от Бога. Ну ладно, что, ничего уже не сделаешь, конечно, в туалете и так ремонта не было, тут еще этот потолок теперь весь залитый, в ванне там тоже угол задело, ну, в общем, такие пироги. От нашей управляющей компании добиться что-то вообще невозможно, компания работает на минус один. Как там ваши компании работают, пишите, всегда ли вы добиваетесь от них того, что нужно или нет. С нашей компанией нужно постоянно, в общем, бороться. Так, ну что, мои хорошие, поеду. Сейчас очечки надену, волосы соберу. Хотела маме отвезти порошок, положила ведь в упаковочку, в пакет. И забыла благополучно около дверей. Но возвращаться уже не буду. В следующий раз потом ей отвезу этот порошок. В общем, ребятки, порошок понравился. Тот, который я на Wildberries брала, ссылочку вам оставлю. Кто не видел, проходите, смотрите. Соседка вообще довольная. Лена говорит, скинь мне ссылку, я обязательно куплю этот порошок. Ой, не хочу дождь, не хочу. У нас дожди уже, если честно, замучили. Так, ну все, зеркала настроены. Что нам нужно сделать? Первым делом пристегнуться и обязательно включить свет. Это то, что я постоянно забываю сделать. Свет для меня это вообще не... Я не забываю включать поворотники, а свет я всегда забываю включать. Так, музычку погромче. Свет. И поехали. Сейчас мне быстро фару снимут, и я потом съезжу до мамы, у нее посижу. Все, я уже к маме приехала. Фару сняли. Сказали, часика через 3-4 мне перезвонят. И вот такое чудо ко мне прибежало. Лежит, тепло ему, хорошо. Да, Марселька, тепло ему, хорошо. Вообще такой ласковый кот, не то что моя королева, даже на руки не разрешает себя взять. Этот только ложишься, бежит, ложится на грудь, мордочкой уткнется в шею, мурлычет, мурлычет. Самое интересное, этот кот не умеет мяукать, он пищит. Вот как с детства он начал пищать, вот так вот он ходит и пищит, и все. Кстати, пищит он без умолку, постоянно. Звонили мне, сказали, можно приезжать ставить фару. На яму не стали загонять, на домкрате поднимут ее. Почти 6 часов прошло. Я, кстати, пыталась у мамы поспать, но ничего не получилось. Только уснула. И получается, позвонили мне с ВСС, позвонила начальница. Говорит, ой. Я говорю, что, забегали? Пока не пообещала вас. На вас прокуратуру пожаловаться. В общем, одна мне говорит... Вас нету в реестре, и вообще нет такого слова «реестр двойников». Скажите, сколько денег сняли. Потом позвонила сама начальница, говорит, Лена, пришлите нам опять свои документы. И говорит, я не могу найти ваши документы никак. Ну вот я отправила ей на электронный адрес все свои документы. Вы знаете, у меня еще и поднялось давление 155.
на 120. Так плохо было вообще. Мама мне дала таблетку, выпила. Думаю, скорее бы машину мне сделали. Ой, я уже поеду до дома. Я уже дома. Противотуманку мне поменяли. Заплатила за это 500 рублей. Сказали, что она китайская, маленько не такая, как на той фаре. Сейчас покажу, какая там. Здесь, в общем, вот такая. Ну, и видно, да? Ну, ладненько, зато целая. И мальчишки мне еще в подарок на номер прикрутили вот такие вот болты. Они идут как катафоты светоотражающие. Вообще хотели мне новую рамку поставить, но единственное, на новой рамке здесь была такая реклама какого-то автосалона. Я сказала, нет, не надо. Они такие, ну что вы, у нас сегодня блондинкам скидки. Я говорю, не надо. Они говорят, ну давайте мы хотя бы вам поставим вот такие вот красивые болтики, как катафоты. Я говорю, ну хорошо, давайте. В общем, вот такой подарочек они мне сделали. Молодцы ребята. У них там вообще народу много, машины только едут и едут. В общем, я довольна, 500 рублей. Девочки, сейчас будем с вами готовить ужин, но перед этим покажу вам, как я шиканула на всю зарплату с Яндекс.Дзена. Это белорусская косметика, заказывала я ее на сайте Кокос. Там была распродажа в закупке, поэтому думаю, почему бы и нет, почему бы уж. Я деньги заработала, могу потратить на себя любимую. Кстати, я вам тогда сказала, что на Дзене я заработала 549 рублей. Девочки, я ошиблась, я заработала 538. И вот с этих денег мне нужно будет еще заплатить налог, потому что я самозанятая, и налоги я плачу сама за себя. Итак, показываю две туши. Это от Luxe Visage. Так, одна у меня тушь объем и длина, вторая тушь объем. Вот эту тушь я беру уже не первый раз. Обычно ее покупаю в магазине Ильсити. По распродаже бывает, что она там стоит 200 рублей. Сейчас заходила, она стоит почти 400. Вообще цены на белорусскую косметику подорожали. Здесь силиконовые щеточки. Девочки, открывать пока не буду, потому что у меня сейчас в использовании есть две туши. В общем, здесь силиконовые щеточки. У одной туши щетка прямая, у второй туши изогнутая. Вот эту вот черную я не брала. Мне вообще нравятся белорусские туши. Есть прям такие хорошие рабочие лошадки, но единственное, в них недостаток. Ну, по крайней мере, может, мне такие попадаются или что, я не знаю. Мне хватает их буквально на месяц. Потом они начинают подсыхать, перестают нормально работать, и я их выкидываю. В общем, вот, две туши. И купила себе еще помаду от Belor Design. Так вот она выглядит. В оттеночке 137. Так, вот сейчас бы ее открыть как-нибудь. Открыла. Вот, сразу вам сделала свотч. Она мне напомнила мою помаду от Ри Луи в 949 оттенке. И вот так вот она выглядит. Здесь тоже есть надпись Belor Design. Помада кремовая, сатиновая. Приятная на губах. Конечно, долго она не держится. Что говорить про кремовую помаду? Кстати, сейчас покажу вам 949, которая у меня закончилась. Так, вот. Вот. Вот так вот она выглядит. И в сравнении... Сейчас, девочки, вот. Видите, прям похожие оттенки. Помада мне это мне обошлась, по-моему, в рублей 90. Она тоже была на распродаже. И вот я уже пожалела, что взяла только одну. Но так как брала на пробу, думаю, понравится, не понравится. В общем, помада, девчонки, классная. Вкусненько пахнет конфеточкой. Конечно же, она не стойкая. Но от кремовых помад стойкости ждать и не стоит. В общем, вот такой вот был у меня заказ. Разгулялась я на всю свою зарплату. А что, могу себе позволить. На ужин у нас сегодня будут жареные кабачки. Это молодые. Продавец сказал, говорит, кожицу не снимайте, местного производства. Есть зернышки, но они очень мелкие и мягкие, поэтому я их чистить даже не стала. Просто помыла, порезала, посолила, поперчила. Здесь у меня маринованная куриная грудка. Я ее вдоль разрезала, молоточком отбила и приготовила для нее маринад. Подсолнечное масло, соевый соус. Потом добавила паприку копченую и добавила немного приправы для стейка, гриля, барбекю. Посолила, поперчила. И вот такая вот она у меня уже получается. Сейчас сначала обжарю курочку, потом кабачки. И будет все очень вкусно.
Мои хорошие, ужин готов. Приглашаю вас к нему присоединиться. Посмотрите, как это все смотрится. На вкус это еще лучше. Я еще добавила сюда аджики с ацебелем. Показывала вам недавно, ее покупала. Она немного сладковатая и чуть-чуть в ней есть остринки. Все, мои хорошие, на сегодня влог буду заканчивать. Всем желаю добра, позитива и, как всегда, всех обняла. Ваша Лена. Пока-пока.